Тренировки для новичков «Первый шаг к бегу» стартовали во Владивостоке. В рамках занятия на стадион «Строитель» вышло около 40 человек. Многие из них когда-то уже пытались начать заниматься бегом, но для кого-то это первый опыт. Мотивы у всех разные. Одним хочется похудеть, другим попробовать себя в марафоне. При этом всех объединила общая цель – научиться бегать правильно с пользой для здоровья. Изначально идея была моей личной – проводить тренировки на открытом воздухе, бесплатные для людей, потому как мне хотелось для того, чтобы просто люди правильно тренировались, правильно получали физическую нагрузку. Потом, когда начала заниматься беговым клубом, соответственно, такой запрос получился от бегунов, да, для того, чтобы мы массово насыщали информативно, чтобы люди тренировались правильно, не травмировались. Именно так, от этого и пошел запрос на тренировки. Известный беговой клуб уже много лет популяризирует этот вид спорта в нашем городе и запустил тренировки для новичков. В начале занятия обязательная разминка и отработка беговой техники. Без них можно легко травмировать связки и суставы. После основательного разогрева и инструктажа дистанция в 2 километра. Темп умеренный, многие переходят на шаг. Главное бежать в удовольствие, а не ставить рекорды. Всю жизнь занимаюсь спортом, и последний спорт был регби, то есть там в основном нужно было бегать. А тут просто постоянная была во время бега боль в ногах и так далее. Решил прийти, посмотреть вообще, как лучше бегать, что для этого нужно и так далее. Избежать травм поможет не только поставленная техника, но и экипировка. Важно выбрать подходящую обувь. Заниматься стоит в специальных беговых кроссовках. Новичков учат и выбирать нагрузку. Тем, кто никогда раньше не занимался бегом, стартовать нужно с коротких дистанций, постепенно наращивая темп и километраж. Ой, тренировка просто замечательная, очень много узнала интересного. И, в принципе, теперь понимаю, почему мне не получается бегать, да, почему мои ноги болят и так далее. То есть техника бега – это очень важно. Занятия для новичков бесплатны и проходят раз в две недели, по четвергам в 19:00. Следующая тренировка состоится 2 июля. С собой нужно взять лишь воду и хорошее настроение. Олег Завьялов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.